Добро пожаловать на ковчег, где все звери спаслись от ужасного наводнения. Да сколько можно плавать? Великий потоп закончился, и вышло солнышко. И вообще, на нашем ковчеге все отлично. Правда, у нас почти кончилась еда, но мы пока еще не съели друг друга. Вернее, пытаемся не съесть. Еды осталось на 3 дня. Этот храбрый голубь отправится на поиски суши. Найди нам новый дом. Нам крышка. Мы сами найдем землю. Ладно. Мы летим! Это был последний полет! Где я? Земля? Мы спасены! Конец диете! Что вообще тут происходит? У нас гости? Вы что, разобрали ковчег, чтобы построить джакузи? Нет, целый спа! А? Газировки. Этой весной. Местные напуганы. Надо доказать, что мы дружелюбные. Дай 5. Вас ждут. Остров может погибнуть, и ковчег тоже. Одним нам не справиться. Невероятные приключения. Мы спасем всех. Огонь. Упс, приплыли. Оливочку бы. Смотри, голубь держит оливковую ветвь. Он нашел нам дом. Это знак. Вот и гребите отсюда. Кино с 29 апреля.